Вы думали, что будет долгое вступление, но нет. Мы сразу же с вами начнем с экшена. Это мультиплеер Battlefield 4. С вами Эллин, здрасте вам. И все первое, что я хочу сказать, это то, что всем насрать на мультиплеер Battlefield 4. Ну, какое мое наблюдение? Почему? Я так думаю. Потому что когда вышел Battlefield 3, у меня почти все списки друзей играли только в него. Сражались и так далее. То есть говорили, мол, крутая игра в Battlefield 4. Спустя полторы недели после релиза, именно столько прошло, никто не играет. Сервера сейчас пустые стоят официальные. Я нашел при помощи быстрой игры какой-то сервер с курортом Хайнань. И классический режим Battlefield, захват. В общем, посмотрим. С вами всего 9 карт в игре. У меня есть еще по предзаказу доступное DLC China Rising, но оно еще не вышло. Когда оно выйдет, хрен его знает, в декабре или в январе, когда там обещают разработчики. Ну да ладно. Главное, чтобы мне не дали Second Assault. О боже мой, я забыл выключить. Все плохо, короче говоря. Возьму-ка я инженера. Понял, как выбирать. Меня уже в отряд запихнули, окей. Я с этим дебилом не поеду, спасибо. Здесь тоже не хочется. Вражеский отряд какого-то у нас забирает... А, вот же, отстой. Почему я не могу к другому своему братку подойти? А, видимо, он недоступен пока что. О, боже, о, нет. На самом деле я физик, но я буду инженером, так и быть. Бананы снишкиш! Кто ты там? Вах! Банана шнищ-хищ-хищ! Браток! Есть! Я убил его! Бананы шнищ-хищ-хищ! Он мертв? Он мертв. Мне нечем ему помочь. Извини, браток. Но могу тебе... Задницу под... О, фак! Снайпер, снайпер, снайпер! Снайпер, снайпер, снайпер! Пошел ты в жопу! Ой, пошел ты в жопу! Снайпер. О, фак. О, фак. О, нет! О, черт! В вашем районе замечен боец противника. Прием! Фак. Черт! Ну мне некуда было деваться. Я не знал, что такой... такой бляха-муха. Сдохни, пожалуйста. Ух ты, меня подняли! What the fuck? Меня не подняли. Или что-то я сделал не то. What the f... Почему? Точки высадки потеряны, потрясающе. А зачем мне сюда-то? Выйди! Выйди! Как выйти? Как выйти? Слышу, что? What the fuck? Как выйти? What the... Как выйти? О, наконец-то, фух, слава богу. What the fuck? Что происходит? Я не понимаю! Боже! Боже, нет! Не стреляй! Валаху! Акбар! У него 4 хп осталось. Вау. Я не понял, что происходит. 20-й левел. Ребята уже драчиваются. Да, я, блин, даже не знаю, как что здесь делать, серьезно. Снаряжение бойца. Я вообще ничего не делал. Я зашел, сразу начал играть. Я сюда даже не заходил. У меня все равно ничего не открыто, какая разница. Вау, где все мои ребята? Вау. Действительно, это все, что я могу выбрать? Я знаю, что такое отряды, игра. Вовремя ты мне об этом говоришь. Не знаю, почему я играю за инжа. Окей. Так, где список игроков? What the fuck? Серьезно, вот здесь? 12 на 12, ладно. 12 на 11, нас больше, и мы всираем. Как так? Господи, в какой я жопе нахожусь? О май гад! Что происходит? Эпик! Эпик! Эпик, где ты? Холи щит! Да, взрывай это дерьмо! Взрывай это дерьмо! Леволюшн! Леволюшн! Под прицелом все, Илюша, я не знаю. О, фак. Что происходит? Кто это делает? У меня есть C4. Я могу что-нибудь взорвать? Я дверь себе пробил, ничего не знаю. What the fuck?
What the fuck? Что, кто? Это свои, это свои. Фу. Какого хера? Я не понял, что взрывается. Фак! Аптечки есть? Да как они... Заткнись! Вот интересно! Кому в прикол тебя слушать, кретин, а? Что? Тебя никто не понимает! Где? Где? Заткнись, пожалуйста! А, вейп выключен, все. Фу. Слава богу. Не серьезно, кто из этих детишек думает то, что будет? Быстрее, здесь, возродиться! Отлично возродился! Я не знаю, где что находится здесь. Я впервые на этой карте, поэтому... What the fuck? Они сзади уже зашли. Скоты. Козел, вставай. Надо было за медика играть, точно. What the fuck? Говнюк! Повезло, а? Он сейчас выйдет из заднего лифта, знаете, как какой-нибудь банихиль, ё-моё. Лифт! Фу, я ушел? А куда? Где дверь откроется? О май гад! Где дверь откроется? Я не знал, где дверь откроется! Они сверху козлы. What the fuck? Да, эти тупые игры, в которых... Да-да-да, я хочу сюда быстрее! Автодислокация, да! Эй, смотрите, я сейчас... А зачем ты поехал один туда? Зачем, дружище? Я буду точку Б караулить, ничего не знаю. Они там высаживаются стопудово где-нибудь. А что надо захватывать? А, черт, точка С, под... Точка А! Все теряем, жопа! Ты что, дурак, что ли? А есть еще места, ребят? Еще места есть! Стой, БТР! Стой! Как там приказ давать? Нужен транспорт! Holy shit! Я хочу тоже так управлять вертолетом. Но, естественно, я его... Первое, что я сделаю, это я разобьюсь, нахер. Где они все берут? На точках каких-нибудь, да? На базах, скорее всего. Фак. Я буду здесь его захватывать. Во! Отличное место нашел. Я же его захватываю? Да, захватываю. Кого не стреляет? Я никого не вижу. Чуваки, поехали, нет? Чуваки. Никто не хочет, ну ладно. Отойди. О, черт, козел! Кто меня посадил на мель? Говнюк! Надо было на Б оставаться. А что-то все пошли сюда. Ну, я хочу покататься, господи! А, она не самонаводящаяся. Ну тогда вообще ад. Но зато можно взрывать стены. Что тоже плюс. Там был враг. Убили, нет? Противника в вашем районе. Прием. Я еще успел отметить, я молодец. И отомстил! Ревенж! Сака! Ну я на всякий случай, вдруг кто-нибудь там был. What the fuck? Надо побольше сделать сенс. Ты не выйдешь, чувак. Я советую просто остановиться. А-а-а, надо было на карту смотреть. Надеюсь, мужики здесь свои есть.
Мужики! Ну дайте мне возродиться на мужиках. А, они сдохли. Тут что-нибудь есть? Там есть техника. Ничего не знаю, пойду на технике. Тут нет техники. Санова бич. Вот это что такое стоит вот здесь вот? Вот это разве не техника? Оу, щит! О май гад! Ребята, кого-то я должен подхватить. Естественно, я звучу на первой же мине, но да ладно. Как, куда, где дорога-то? Ребята, бип-бип! Я внутри! Мак Джерми, давай ко мне! What the fuck? О май гад! What the fuck? Какие-то здесь не крепкие деревья, наверное, из папье-маше. Нихера себе здесь какое управление. Просто суперское. What the fuck? Кто-то меня стреляет. Кто-то меня стреляет. В жопу, в жопу, в жопу. К северу от вас вражеский вертолет. О-оу. О-оу. Санова бич. Где они? Где они? Они пришли сейчас. Помогают здесь. Их двое здесь, видимо. Сверху стопудово. Говнюк. Козел, ну здесь я просто ничего не мог сделать. Ну почему никто не идет мне помогать? Серьезно, вот видишь же, что А захвачено. Нет, они все на Б идут. Идиоты, что ли? Окей, зато здесь много теперь, ребят. Поиграй-ка из-за штурмовика. У него же аптечка есть. What the f... Передислокация. Ох, отлично. Лодка. Осталось только ты, детка. Интересно, как команды разделились? Мне вот это интересно. Да нет, вроде задроты есть. У нас и у них. Только никто не хочет играть команда, в этом-то и дело. Вот он меня мог подождать, но нет. Он этого не сделал. Ну вот, они все точки захватили, потому что эти мудаки не могут на А помочь. А чё они все А пропускают? Я пойду сейчас на таран, ёптать. Чего, его нет, а со мной, что ли? Как унять место? Вот так. Что ты делаешь? Куда ты... Куда вы поехали? О, господи, мудаки. А, нет, там свои, все окей. Можно ехать. Давайте, камон, чуваки! Я ничего не знаю, я на турели! Турели — это такой наркотик! Suck my balls! Мы всасываем, ну и насрать! Я согласен! Это все из-за меня, козел! Да, конечно. Ну что-то здесь как-то катер садится на мель просто потрясающе. Быстро. Медикаменты. Вот еще медикаменты. У меня тут твоя аптечка, парень. Что у них пушки у всех одинаковые классов? А, да, я вспомнил то, что... дефибриллятор надо еще и открыть. Будет позже. Я еще в первом, точнее в третьем Battlefield'е соображал, мол, че к чему? Мы только что... What the fuck? Где? А, это свой летел вертолет. Вижу вертолет противника. О май гад! Где аптечка? Вовремя отскочил! What the fuck?
Ну все, они теряют. А, мы Б захватываем, окей. Так, здесь же есть противо... антивоздушные пушки. Че это туплю-то так? Или нет, или это не антивоздушные. Нихера здесь не видно. Жопа какая. Ну, бету мы захватим, нет? Holy shit. Нихера провалился. What the fuck? Это он упал, так упал. Ну все, мы всасываем. Мусочков возрождений почти не осталось. Нельзя так, окей. Я подумал, что их пробьет. Ну, делать нечего. Китайцы, они такие китайцы. Желторотики поганые. Но это был первый матч, я еще зашел где-то в середине. Так что, ну, или в начале. Черт его знает. Ну, окей, окей, окей. Я все всрал, я знаю. Это все из-за меня. Это все из-за меня. Нет. Ну, я прокачался, я молодец. Я рядовой первого класса. Вот так-то всем сосать. Я еще помог захвате, я еще ревенж устроил. 4.6, нормально это, не 0.5 или 1.8, как у Рун Ван Дорена в другой команде. Или 3.10, как Мак Джерна в моей команде. Вон, вон, Браги 24, почти ничего не делал, но захватывал часто. Молодец. Да нет, команды были равные, в принципе, и по левелам также, кстати. Хотя нет, черт его знает. А чё все, смотрите, все уходят из моей команды, все сосунки. Ну, надеюсь, после... Я очень надеюсь, то, что они... с Battlefield 3 поняли то, что надо между раундами перетасовывать команды, иначе... Или нет?